Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo. Перед нами Oppo Reno 10X Zoom. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поменять браузер по умолчанию. Для этого мы заходим в настройки. Для этого мы листаем вниз до пункта управления приложениями. Выбираем приложение по умолчанию, браузер. И тут можем выбрать любой браузер из тех, которые у нас есть на телефоне. Чтобы у вас здесь появилось больше браузеров, просто скачиваем их из Play Market или откуда только захотите. Больше видео о данном устройстве смотрите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.